Один из таких рейдов был проведен в районе поста ПСОУ. Инспекторы проверили наличие путевок у водителей экскурсионных автобусов, а также техническое состояние транспорта, на котором планировали осуществлять экскурсии в Абхазию. Всего за время рейда полицейскими было проверено около 40 автобусов. Установлено, что 8 водителей управляли транспортом без путевой документации, не проходили предрейсовый осмотр у медика и механика. Более того, у 2 автобусов были выявлены неисправности в рулевом управлении. Их доставили на спецстоянку. Приступить к работе водители смогут только после устранения всех неисправностей. Такие рейды будут проводиться сотрудниками госавтоинспекции на протяжении всего курортного сезона.